Здравствуйте, друзья и зрители нашего канала. В наш магазин поступила новинка. Это гусеничная приставка производства ВРМЗ Всеволжского ремонтно-механического завода. Устанавливается данная приставка на мотоблоки Агат, Салют 5 и Салют 100. В нашем видеообзоре мы произведем установку на этот мотоблок, ну и в дальнейшем потестируем ее. Сама приставка предназначена для работы в летний период. Это для работы с землей, там, либо с лопатой отвалом разравнивать участок, так и для работы с зимой, с роторным снегоуборщиком и той же лопатой отвалом для уборки снега. Давайте разберемся, как это все устанавливается, ну и установим соответственно. Вот и установили мы нашу приставку на мотоблок. Повторюсь еще раз, что приставка устанавливается на мотоблоке марки Агат, Салют 5 и Салют 100. Гусеницы устанавливаются на колеса размером 4×8 дюймов. И немножко характеристик. Ширина самой гусеницы 20 сантиметров. Толщина металла зуба 4 мм, диаметр ведущего колеса 125 мм. Устанавливается, в принципе, она несложно. Не знаю, займет у вас минут 30-40 по времени. Повторю, что на этих гусеницах можно работать как зимой, так и летом. Вот. Давайте потестируем ее. Ну что я могу сказать, дорогие друзья, приставку мы потестировали, проходимость у нее колоссальная. Единственное, для асфальта, конечно, она не подойдет, потому что из-за того, что металлические зубья. Вот. А так, ну, мне понравилось очень. Так что смотрите видеообзоры наши, приезжайте к нам в магазин. Всего доброго.